проблеме незрячих людей в «Волновом войне» еще со студенческих лет, когда к нам в поток пришел мальчик, учитель, который потерял зрение из-за неудачной операции. И тогда я начал задумываться, как незрячие люди получают информацию, особенно когда они потеряли в возрасте, позже потеряли зрение. Приветствую, меня зовут Рашид, я основатель проекта «Braille Teach», который помогает людям изучить алфавит Брайля за 3 месяца. В мире более 300 миллионов людей с частичным или полностью отсутствием зрения, из которых 218 тысяч россияне. И всего 10% этих всех людей на Земле умеют читать по Брайлю. А 22% это молодые и трудоспособные россияне. Каждый шестой ребенок страдает с проблемой зрения и тратит приблизительно 9 месяцев только для изучения алфавита Брайля. Мой знакомый Владимир, который потерял зрение 19 лет, нашел работу только благодаря тому, что выучил алфавит Брайля. В основном проблема обучения Брайля – это сокращенный бюджет в школах и нужда в специальных оборудованиях и технологиях и обучении учителей. Но, кроме всего, самое главное – это отсутствие и малое количество тифлопедагогов, людей, которые учат алфавит Брайля, незрячих людей. Мы же, создавая Braille Teach, интерактивное устройство, помогающее выучить алфавит за 3 месяца, решили несколько проблем. Во-первых, устройство самостоятельно имеет голосовую поддержку со встроенными играми и с доступной ценой в размере $60 с мультиязыковостью и с эргономичным дизайном. При этом всем он не требует учителя. В устройстве уже существуют такие мировые языки, как английский, русский и немецкий. Социально-образовательные продукты приносят 4-кратную прибыль. По себестоимости производства от 10 тысяч штук одно устройство нам обходится ниже $8 США. За 3 года мы планируем заработать более 25 миллионов долларов США. Быстрый рост нам поможет достичь наши партнеры. Объем реально достижимого рынка составляет $49 миллиардов США. Каждый год на рынок выходит один новый игрок, и они работают в разных направлениях, в основном для умеющих читать по Брайлю. Мы же делаем продукт, без которого другие продукты рано покупать. Наше устройство стоит $60 и в среднем 5 раз дешевле рыночных аналогов. Кроме доступной цены, имеет другие преимущества, такие как полная автономность, многоязыковость. Не каждый человек может себе позволить дорогое обучение с учителем, который наше устройство не требует. За период акселерации нам удалось заключить 3 соглашения на мельницах, продать несколько количеств новых устройств, при всем этом еще подтвердить 3 гипотезы. У нас уже есть более 5000 заказов на версию массового производства, которую мы планируем начать уже в сентябре, и на март 2021 хотим инкорпорироваться в США. После производства первой партии мы планируем начать работу с амбассадорами по образованию, которые помогут нам выйти в разных странах образовательной организации, отправку первых партий для тестов существующим клиентам для получения рекомендательных писем, локализация выхода в Индию, Китай и во Францию, инкорпорирование в США и также партнерство с такими большими организациями Европы, как Royal National Institute for Blind Англии и American Press House США. У нас большая интернациональная команда. Я имею предыдущий опыт в стартапе, который попал в CNBC и другие международные медиа. Также получил множество международных наград. Имею опыт работы в такой Big Four Ernst & Young. ГВН более 20 лет управляет своей негосударственной организацией АФА. Она получила орден члена Британской империи от самой королевы Елизаветы. Другие члены команды тоже имеют опыт в своих сферах. Жаглас по производству в Китае, Али маркетинг в Штатах, Намик занимается профессиональной электроникой. И да, Ниджайт является борд-директором Американской ассоциации людей с инвалидностью. Также мы получили несколько международных наград и грантов во Франции, в Китае, в Азербайджане. Мы поднимаем раунд на $300 тысяч США для запуска массового производства. У нас уже есть 2 саб-коммитмента на общую сумму $180 тысяч США. Мы приглашаем вас подключиться к нашему раунду. Нас оценивали 2 разные компании в $970 тысяч. Мы уже инкорпорированы в Гуанчжоу в Китае. Спасибо за ваше время. Жду
ваших вопросов.